ты здешняя? Да. Как лучше пройти к заводу «Арсенал»? А так, сынок, вон туда на гору, на Печерск. Ну что у вас в Киеве? Все еще временное. Да доживает трясся его матери. А что второе слыхать? Как там в Питере? Ого! В Питере там правительство, слава богу, здорово. На погод свезли. Ага. Не трогать меня. А документы... Давай, выходи, выходи. Живее. Пошевеливайся, пошевеливайся. Ох, матушка владычица, чего же это деется-то? Слушай, рабочий, война началась, бросай свое дело, поход собирайся. Смело в бой пойдем, все лучшее. Дядюшка, Леня, ты оставайся здесь, а я пробьюсь за границу. Береги себя и жди. Понял? Жди! Эй, там Гаврилов! Не отставай! Рвутся заряды, трещат пулеметы, смело вперед идут красные роты. Смело вперед пойдем, за лучшее. Помолись, деду, за красных. Господи, да поможи мне. Ну вот я и снова в нашем Киеве. Здравствуй. Галя, я так скучал без тебя, без Киева. А ты, ты скучала? Угу. Галка, какая же ты красивая стала. Я? Это ты, прямо не узнать. На вот, посмотри, с отличием. Ну, не фасонь, пожалуйста, у меня через 2 года тоже такой будет. Учишься? Угу, на вечернем. Ну, а почему же ничего не писала? Пошли, пошли. Подожди, пусть как следует встретиться. Пусть идут. А мама? А вот они. Мама! Витенька. Советского информбюро. Товарищ начальник. Не могу, не посадите, могу. Посадите, ну, умоляю вас, мне только до Киева. Не могу, воинской, понимаешь, воинской. Наши пленные! Возьмите 20 человек, окажите помощь, догоните нас у моста! Есть! Пошли за мной!